Третьеклассник Сережа Башко устал от каникул. По мнению мальчика, сидеть дома или играть во дворе – занятия однообразные. А в школе постоянное общение, плюс что ни день, то новые знания. К тому же в августе можно порадовать себя приятными покупками – книгами и канцелярскими принадлежностями. Ну, мне нужно купить тетрадки, ручки, пеналы. Рюкзак у меня уже есть. Хороший, красивый. Ну, бумаги писать по трудам, по ИЗО. Клей, ножницы. Фестиваль «Снова в школу» дети любят не только за возможность покупок. Ребят активно вовлекают в конкурсы, викторины и лотереи. На мастер-классах дети вспоминают, как держать в руках карандаши и краски. А на древе первого учителя можно увековечить имя первого наставника. Даша поступила именно так. Первая причина, потому что она вела мой самый любимый предмет, это математика. А вторая, потому что мы с ней как-то очень сильно сдружились. Это великое слово «учитель». Так звучит девиз 10-го юбилейного фестиваля книги. А потому герои праздника – представители именно этой благородной профессии. В этом году мы пригласили методистов, известных методистов, известных в школах именно, которые будут разговаривать с учителями, с родителями на предмет того, как правильно вести себя с ребенком, чтобы не подавлять его, да, психологически, потому что у каждого ребенка уже есть свое мнение, свой взгляд на ту или иную вещь. Педагоги и родители познакомились с новинками методической литературы, пообщались с авторами и получили практические рекомендации. Бодрый настрой на новый учебный год обеспечен. Алена Агеева, Александр Логинов, Москва, телевидение, Центральный округ.